общешкольный танцевальный фестиваль. И я объявляю его открытым. Итак, дорогие ребята, в зале тишина, 3-й Б. Все, Альберт Рустамович, все вопросы решили? Итак, порядок выступлений следующий. Мы с вами уже давно договорились, что оценить танцевальный и театральный фестиваль, расставив всех просто на первое, второе, третье место, практически невозможно. Потому что вы все настолько талантливые и делаете такие потрясающие танцы, что будет очень обидно, потому что танцы у всех отличные. Просто они разные. Поэтому я думаю, что каждый класс будет отмечен сегодня в каком-то успехе, в каком-то достижении в этом танце. Мы с вами будем выступать в порядке возрастания классов. Итак, начнет выступление 2 А, потом 3 А, 3 Б, 4 А и 4 Б. Я напоминаю вам, ребята, 4 до последнее замечание, да? Что мы очень всегда стараемся помочь всем артистам, понимая, что на сцене выступать очень ответственно и очень непросто. И каждый класс поддерживает не только своих артистов, но еще и всех остальных. Договорились? Да. А еще мы договорились, что мы очень внимательные, очень воспитанные. Делать все будем очень тихо и очень красиво. Согласны? Да. Итак, дорогие мои ребята, сегодняшний наш танцевальный фестиваль будет профессионально оценивать наш педагог, мастер спорта международного класса, победитель и призер многочисленных международных соревнований Альберт Рустемович Сабиров. Итак, мы начинаем. И с удовольствием я приглашаю на сцену 2 класс А, который дебютирует в этом году. У нас первоклассники всегда в гостях, а со 2 класса мы начинаем работать. И в исполнении 2 класса А мы все смотрим танец «Полька». Аплодисменты артистам. Тишина. Thank you.
красивые фотографии. Девочки у нас остались на сцене, а мальчики быстренько спустились вперед. Встали, Маш, фотографируем. Итак, аплодисменты второму А. Ну что, мне кажется, что состоялся прекрасный дебют у малышей, правда? Какие молодцы, какой веселый танец, какие красивые костюмы. Спасибо. Мальчики подают руку девочке. Вот так красиво. Подают руку девочке, вот эту. И помогаем, девочка не скачет, а вот так поступает. Ой, как красиво. Молодцы. Садится второй А. А я приглашаю.